We are heroes. Укажи цель. Рада помочь. Трепещите, враги! Я готова. Где враг? Ну сколько можно? Все мы немножко покойники. Не рой другому яму. Пусть сам роет. С трудоустройством сначала были проблемы. Дескать, труп разлагающий действует на коллектив и воняет очень. Ну, я им тогда свой главный козырь на стол. Дескать, а кто из ваших сотрудников сможет 24 часа в сутки вкалывать и прибавки не попросит? Подействовало. В ночную смену записали. Разрешите взлет. Борт на связи. Приступим. Ой, кажется, я уронил бомбу. Пойдешь ко мне в ведомые. Что-то щелкнуло меня по лбу. Угадай, в каком ухе у меня жужжит? Вижу неопознанный летающий объект. А сейчас я продемонстрирую вам эффект Доплера. Доплер! Нашел стоп-кран. Нажимаю. Экипажу требуется стюардесса. Да, сэр. Дайте цель. Мушкет и жену не дам никому. Хороший, плохой, главное, у кого ружье. Ну, наливай. Не могу стрелять на трезвую голову. Кто с мечом к нам придет, тех проще застрелить. Не ружья убивают людей, их убиваю я. Хорошо смеется тот, кто стреляет первым. Вот так. Мы хорошие ребята, жаль, патронов маловато. Да, повелитель. Что прикажете? Гоблин — птица гордая. Пока не пнешь, не полетит. Особая заточка этого меча позволяет без труда резать даже тяжелый доспех. Два клинка. Один рубит чисто, другой еще чище. Ура, Геримона! Приказывай! Мы должны действовать! Мой клинок жаждет крови! Огонь против огня! Такой уж я, зла не помню! Приходится записывать. Замуровали. Замуровали, демоны! Потусторонним вход воспрещен. Кровь кипит в моих жилах. Чтоб вы все сгорели! Прости. Однажды тьма призвала меня, но я был очень занят. Тогда я призвал тьму. Но там был автоответчик. Так мы до сих пор и не встретились. Когда начинать? У нас мало времени. Не буди его мне, зверя! И тут я попер на него. Глаза бешеные. Лучше бы я впал в спячку. Лучше бы дал поесть. Лапа... Продукт некалорийный. Ну что, оказать тебе услугу? А я без сна помру. Я слабый. Мне надо много спать и волю есть. Не валяй дурака. Тише ты, железная лапа. Смотрящие готовы. Луна светит всем. И злодеям, и жертвам. Я карающий меч в руках богини.
Свежий воздух, новые знакомства. Можно отдохнуть от тюремной рутины. Нельзя всю жизнь провести под землей. Я уже забыла, как выглядят звезды. Бедная Мэв. Вот такие Иллиданы и портят жизнь честным девушкам. Богине нужна моя помощь? Я готова. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Мы гуляем сами по себе. Погоня — это замечательно. Когда за кем-то гонишься, больше ни о чем не думаешь. Черт возьми, так это Март или не Март? Любопытство тигра не сгубит. Жду. Хочешь, спою? Эй, моряк, это мы-то ползаем на брюхе. А ну, повтори, как тебе нравятся мои изгибы? Ты это серьезно? Я тебе нравлюсь? Один Змеелов как-то вздумал ухаживать за моей кузиной. А может быть, вас немного освежит? Чего надо? Опять ты? Я жду пришествия легиона. Ночные эльфы еще поплатятся за это. За козла ответишь. Не трожь меня, козленочком станешь. Ну что, поймал? Виновные будут наказаны. Мне кажется, мы теряем время. Поторопись. Тюремщик — это не профессия. Это наказание. Иллидан сбежал. Какой позор! Тирен дорого заплатит за это. Иллидан должен быть пойман! Изловлен, схвачен, скручен, связан и посажен на цепь. И скучно, и грустно. И даже повесить некого. Усталость, раздражение, дискомфорт. Вам знакомо это чувство? Такие дни я всегда вспоминаю про свой меч. Ага. С кого начнем? Кто следующий? Думаю, мы поладим. А я такой холодный. Не горячись, остынь. Не спи, замерзнешь. Уррр, надо надеть свитер. Я слушаю. Приказывай. Укажи мне путь. Надо кому-нибудь за что-нибудь отомстить. Сразу станет легче. Только полюбуйтесь, что натворил этот Артас. Народу поубивал кучу, меня в какую-то тварь превратил. Люди, такие странные существа, боятся покойников. А чего нам бояться? Я сама буду решать, что мне делать, а что нет.